Водички, зайдите, посмотрите, нам бы хотя бы воды дали бы. Живой, одно невозможно жить, там стены сыпятся, дом трещит, по швам. Вот вы начинаете, вот смотрите, все тут. Да, Вера, они все стены, что их показывать, они все рушатся. Есть надежда на 100%, поэтому мы не прочесываем до конца. Потому что здесь завал, возможно, что воздух есть, и поэтому есть надежда, что они просто завалены. Вода в доме стояла по этот уровень. По пояс, когда вода шла, мне удалось. Течение меня выбросило сначала за этот, как говорится, сюда закинуло меня. Но здесь у меня трос был привязан. По этому тросу я дополз, перелез и зашел в дом. Да, потом я по этой лестнице залез наверх. Так бы я здесь бы утонул, потому что, видите, вода была выше моего уровня. Вот смотрите. Что, люди? Небо скользкое.